Для некоторых срочная служба в армии – долг и дело чести, а присяга является особым знаменательным моментом в жизни. Для других слово «армия» воспринимается как стихийное бедствие, а военные называют их уклонистами. К разряду таковых относится 25-летний брещанин Александр. Сегодня ему грозит ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Республики Беларусь. Минимальное наказание за уклонение от службы грозит или штраф, или арест, или лишение свободы. Подсудимый, ныне неработающий молодой человек, полностью осознал свою вину. В статье 57 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что у каждого гражданина имеется священный долг и обязанность перед законом служить, перед государством, нести военную службу. Данный призывник конкретно уклонялся от мероприятий призыв, несмотря на то, что ему неоднократно разъясняли ответственность, вручали повестки необходимости явиться. Назначенный срок он не явился и до окончания мероприятия призывов фактически не прошел медицинскую комиссию, уехал за пределы Республики Беларусь, что в дальнейшем повлекло за собой проведение проверки и возбуждение уголовного дела, предъявление ему обвинений и направление данного уголовного дела в суд. Со слов молодого человека, косить от армии даже не думал. В связи с трудным материальным положением, не найдя работу в родном городе, юноша поехал на заработки в Россию, не учтя при этом всей ответственности за неявку в военкомат. Повестки приходили, а вот прийти на призывной пункт у Александра не получалось, так как жил и работал в другой стране. При этом юноша знал, что ему грозит ответственность, но оставался равнодушным к этому вопросу, пустив все на самотек. Несмотря на то, что военкомат проводит большую разъяснительную работу среди населения, в том числе и иные субъекты профилактики занимаются тем опросом, и органы дознания доносят соответствующую информацию, разъясняют ответственность. К сожалению, с каждой призывной кампанией имеются факты возбуждения уголовных дел. Но здесь, на мой взгляд, нет каких-либо оснований говорить, что с каждым годом мы прогрессируем, либо увеличивается количество уголовных дел. Общественная опасность данного преступления заключается в том, что уклонение призывников, военнообязанных или резервистов от военной службы либо мобилизации снижает степень готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Выездное заседание суда носило профилактический, показательный характер. На нем присутствовали молодые люди, которым в скором времени нужно будет пройти воинскую службу. И вряд ли кому-то из них после оглашения приговора захочется последовать примеру героя нашего сюжета. Суд определил ему наказание в виде штрафа в размере 80 базовых величин, а также дополнительного наказания. Общественные работы в количестве 100 часов. Наложен арест на личное транспортное средство, которое будет снят лишь после выплаты штрафа и отработки. Этот судебный процесс побуждает присутствующих молодых людей задуматься и сделать определенные выводы.